Слушаю вас, Александр Николаевич. Господин Ульянов, я вас понимаю. Более того, я готов служить революции, если это нужно. Но жестокость, толпа мстит нам, это страшно. Жестокость. Как вы полагаете, смирятся контрреволюционные офицеры с победой революции? Дутов не смирился, господин Минжинский нас уведомил. Не смирился. И тысячи, десятки тысяч других не смирятся. И выступят против советской власти. Революционная партия рабочего класса будет карать за эти выступления смертью. И месть здесь ни при чем. Мне говорили, что большевики принципиальные противники смертной казни. Это чушь. Никакая революция не обходится без смертной казни. Вопрос лишь в том, против кого конкретно направлено это оружие. До свидания, Александр Николаевич. Я полагаю, у нас был чисто теоретический диалог.